yo creo que para la pista. A ver si ya ronda muy poco, ¿no? Grundbedürfnisse oder vier Kategorien von Grundbedürfnissen sind, das hat mit Statistik was zu tun. Kleine verfressene Dame haben wir hier, ne?
Конечно, надо убрать за собой. Покушал, упала еда. Мальчик слушал, слушал, потом поворачивается. Ну, это уборщик такой хороший мой. Такой чистюха. Мы сейчас тишина, все меня внимательно слушают. Я, собственно, хотел... А, ну и что? Я же ничего не сказал. Что? Еще что-то там упало? Александр Андреевич, батюшки... Да, правильно, правильно. Коробку тоже пора, да, убрать. Кто тут голодный кот? Ты, да. Ты, конечно.